На роль обыкновенной ленинградской учительницы Нади Шевелевой претендовали лучшие актрисы страны. Лариса Голубкина, Наталья Гвоздикова, Антонина Шуранова, Алиса Фрейндлих. Но первой в списке была Светлана Немоляева. Она давно была знакома с Рязановым и очень хотела у него сниматься. Тут Рязанов увидел картину польского режиссера Романа Залузского «Анатомия любви», которая только что вышла в советском прокате. Главную роль в ней сыграла Барбара Брыльска. Я знаю, что были очереди. Ночью люди приезжали, не только из Москвы, стояли в очереди, чтобы купить на эту анатомию. На анатомию любви билет. А там никакой анатомии не было, потому что все у вас врезали. Неизвестно, что заметил глаз и почувствовало сердце режиссера, когда он принял решение. Главную роль исполнит польская актриса.